Каски, зонтики, мороз и жара, Украина и Китай. Особенности национальных майданов от Светланы Чернецкой. Она прямо в Гонконге. Эта часть палаточного городка называется «Квартал Свободы», и она наверняка больше всего напоминает Киевский Майдан. Посмотрите, палатки тянутся далеко туда вверх, а этот мост, ну, прямо как на Институтской. Аллюзии на зимние события в Украине здесь повсюду. Десятки, если не сотни тентов, перекрыт центр города, также накормят и напоят. Только вместо чая для согрева в мороз здесь вода для охлаждения в жару. Но внешними приметами сходство двух протестных площадок не ограничивается. Если не я, то кто? Если не сейчас, то когда? Слова очень созвучны тем, что не так давно звучали на Майдане Незалежності. Это разноцветная стена, это тысячи записок, оставленных тысячами людей, с призывами к стойкости, надеждой на скорую победу. И вот одна из них. Студенты Гонконга, мы очень гордимся вами. Возраст участников – то, в чем многие видят отличие между протестом киевским и гонконгским. Тут, мол, все не так серьезно. Студенты здесь действительно ядро акции. Вот они делают домашнее задание. Но ближе к вечеру людей постарше становится больше. Прихожу сюда постоянно, правда, после работы. Так делают многие офисные сотрудники. Всегда пытаемся принести что-то вкусненькое, поддержать протестующих. Кстати, за нашим Майданом здесь следили многие, болели и поддерживали. И тогда даже не подозревали, что когда-то используют проверенные Киевом методы. Да, у вас тоже протест начала небольшая группа молодежи, и именно в соцсетях он набирал силу. У нас очень много общего. И новые лидеры здесь точно так же рождаются прямо на глазах. В этом палаточном городке сразу несколько импровизированных сцен. Кроме главной, еще 3-4 площадки. Они все организованы политическими партиями из оппозиции. Это, к примеру, радикальных националистов. Но выступить может каждый желающий. Вот этот молодой человек как раз со сцены. И сейчас мы спросим, за что его так реально поддерживала публика. О чем была ваша речь? Я поделился впечатлениями от происходящего. Ночую здесь почти каждую ночь, да простят меня жена и ребенок. Но мы вместе должны отстоять право на демократию. По ночам нередки столкновения с полицейскими. И по украинскому примеру со всех сторон протестующие поставили защитные стены. Здесь две линии обороны. Та дальняя баррикада символическая, в случае чего она задержит полицейских не более чем на несколько секунд. Защитники правопорядка уже не раз ее сносили, но каждое утро она вырастает вновь. А вот это уже посерьезнее. В отличие от Украины, где баррикады укреплялись снегом, здесь, в теплом Гонконге, используют местный материал. Это бамбуковые палки. Конечно же, Майдан гонконгский намного спокойнее. Сравнить хотя бы средства защиты протестующих. Каски и бронежилеты украинцев против обычных зонтиков гонконгцев. Ими поначалу спасались от солнца, а теперь и от перечного газа, которым все чаще почует спецназ. Благодаря им протест так и назвали – революция зонтиков. Чего добились гонконгцы, возможно, увидим уже скоро. Завтра первые переговоры студентов с властями. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Телеканал Интер из Гонконга, Китай.